Шановні, доброго всім вечора. Традиційно 52 хвилини будемо з радістю працювати саме для вас в прямому ефірі. Номер телефону студії 638-638. Телефонуйте, залишайте свої запитання, бо сьогодні мова піде про наше з вами здоров'я, як в першій частині програми, так і в другої. Ми працюємо, я нагадаю, 52 хвилини щодня в прямому ефірі. Вечірня Одеса вас запрошує. Песня тоже о любви. В ней 22 строки твоей души. Запомню твои руки, глаза твои. В них отражение света, рассвет уже. Сердце, бейся во мне ударами в сердце, ударами в сердце, бейся во мне, ударами в сердце, бейся во мне. Песня тоже о тебе. Я безнадежна, видишь, я твоя. И мне не страшно, ты в моей судьбе. В сердце, бейся во мне, ударами в сердце, ударами в сердце, бейся во мне, а я буду рядом, буду каждое утро белым мелом на стене. Рисуем вечное солнце, это ты живешь во мне. Ударами в сердце, бейся во мне, ударами в сердце, ударами в сердце, бейся во мне, ударами в сердце. Вечірня Одеса продовжує свою роботу. Ще раз нагадаю, в прямому ефірі 638-638. 14 листопада щороку в усьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, третім захворюванням на планеті за рівнем смертності після патології серцево-судинної системи та онкології. Цей день Всесвітня організація охорони здоров'я заснувала ще у 1991 році, коли визнала цукровий діабет неінфекційною епідемією. Останні 4 роки тема Всесвітньої дня боротьби з діабетом звучить так: діабет, освіта та профілактика. Я сьогодні з задоволенням вітаю в студії лікаря-ендокринолога вищої категорії Одеського обласного ендокринологічного диспансеру Світлану Моршніву. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Світлана, я дякую за те, що завітали. І ми не випадково зустрічаємось напередодні такого дня, напередодні 14 листопада, саме для того, щоб ще раз привернути увагу наших телеглядачів, мешканців міста, області до того, що така проблема є. Давайте начнем, как говорят в Одессе, с самого начала. Почему развивается диабет? Что это такое? Каковы его первые признаки? На что стоит обратить внимание?
Вы правильно сказали, что диабет – это третье по счету заболевание по числу смертности, и на него обращают уже очень много и много времени Всемирная организация здравоохранения, различные страны. В первую очередь, почему? Почему обращается? Потому что дает большой процент инвалидизации, то есть это социальная проблема, заболевание, которое дает большой процент инвалидизации. А что такое сахарный диабет? Это заболевание, которое сопровождается, все проблемы, которые связаны именно с повышением уровня сахара, то есть сахара в крови, уровня глюкозы в крови. И это заболевание оценивается как синдром хронической гипергликемии. Каковы причины этого заболевания? Я хочу ответить, в первую очередь, это наследственные факторы. То есть на сегодняшний день очень много пациентов с сахарным диабетом, которые в потомстве имеют деток, которые уже могут носить ген сахарного диабета. Ну, как говорят, то есть стоит, да, совершенно верно, стоит на первом месте наследственный фактор. На таком же первом месте стоит гиподинамия, избыток веса или ожирение. Это бич на сегодняшний день всех стран, в основном урбанизированных городов. Кроме этого, проблемы заболеть сахарным диабетом могут возникнуть и у беременных женщин, и это отдельный тип, гестационный диабет. И сахарным диабетом могут заболеть пациенты, которые имеют различные патологии желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, хронические панкреатиты и так далее. На сегодняшний день еще обращаю внимание на деток, которые родились с массой более 4 килограмма, и на их мам, которые их родили, именно они тоже в группу риска входят по сахарному диабету. Этот список можно продолжить очень, потому что много типов и генотипов, но основные типы – это первый тип и второй тип сахарного диабета. Давайте на них остановимся, чтобы понимал наш телезритель, а может и где-то, услышав то, о чем сегодня мы будем говорить в студии, прислушался к себе, к своему организму, к, может, тем таким первым звоночкам, о которых мы тоже сегодня обязательно поговорим. Поэтому я думаю, что... Как проявляется, Да, более подробно остановимся. Проявляется, в принципе, симптомы одинаковые. Это симптомы повышения глюкозы крови. Это жажда, это сухость во рту, частое мочеиспускание, похудение. И чем отличаются вот эти симптомы, которые проявляются у первого типа и у второго типа? Они при первом типе у наших пациентов они очень остро, очень ярко и прогрессивно возникают. Второй тип сахарного диабета проявляется исподволь и очень медленно. И зачастую диагноз выставляем далеко не эндокринологи, а врачи смежных специальностей, офтальмологи, потому что наши пациенты часто приходят с заболеваниями, с проблемами, с жалобами на снижение зрения. Дерматологи выявляют сахарный диабет, потому что различные дерматозы, фурункулезы, трудно незаживающие раны, обращают внимание наших пациентов. Гинекологи, когда обостряются различные заболевания, урологи и репродуктивной системы, и мочевыделительной системы, то есть кардиологи. Люди обращают в первую очередь совсем не на то внимание, а то, где... Вот... Уже на осложнение, потому что чаще всего сахарный диабет второго типа или сахарный диабет взрослого населения. Причем я хочу заметить, что каждый, чем взрослее человек, тем больше вероятность проявления вот той наследственности, которую он получил, или возможности заболеть даже без через поколение, через два поколения. Чаще всего, имея в генетике, в наследственности бабушек и дедушек, их внуки
заболевают чаще. Попадают в эту зону риска, да? Совершенно верно, да. Заболевают чаще сахарным диабетом, чем дети. И зная свою наследственность, очень важно для того, чтобы не допустить развития сахарного диабета, особенно второго типа, очень важно определенные меры для профилактики применять. И вот для этого нужны семейные врачи, эндокринологи, которые вот могут направить в нужное направление и не допустить развития болезни, или же диагностировать на ранних этапах, когда можно еще повернуть под болезнь вспять или... Светлана Петровна, знаете, зачастую можно столкнуться с следующей ситуацией. Вы подскажите нам сейчас, как это можно определить и описать. Когда человек проголодался и какое-то долгое время, не получается где-то что-то перехватить там или по разным причинам. И через какое-то время начинает кружиться голова. И, как говорят, вот как вы уже сказали, да, глюкотомия. Гипогликемия, вот. Гипогликемия, и тому подобное. Вот это может быть первым звоночком, потому что, да, падает уровень сахара в крови? Или все-таки это немножко разные вещи, они не взаимосвязаны, сильно пугаться-то и не надо? Это может быть первым звоночком, вы совершенно правильно определили, и на эту ситуацию нужно всегда обращать внимание. И, в принципе, наша пищеварительная система создана для того, чтобы регулярно человек доставлял организму еду, тот энергетический запас, который нужен для различных биохимических процессов, на которые настроен организм. А если еще и человек двигается, физически работает, или же умственно работает, то, соответственно, и пища, и ее состав должны быть тоже совершенно разные. Вовремя. И вовремя, да, совершенно верно. Чтобы не было подобных моментов, когда уже на самом деле кружится голова, ты вообще не понимаешь, что происходит. Хочется конфетку какую-то или еще что-то в этом. При этом нужно ее употребить. Да. Светлана Петровна, давайте в продолжении нашего разговора поговорим о программах, которые действуют в том направлении, в том вопросе, о котором сегодня мы с вами говорим, о мероприятиях, которые будут приурочены к дню 14 ноября. Угу. Я уверена, что они очень масштабные, и они будут действовать на территории не только нашей Одесской области. Если мы уже в Одесской области, то я сразу хочу подчеркнуть, что в областном эндокринологическом диспансере 14 ноября будет проходить день открытых дверей, приуроченные именно вот к этому дню сахарного диабета. Мы приглашаем всех желающих проконсультироваться с эндокринологами, обследоваться, обследовать гликемию, глюкозу крови, как натощак, так и после еды. Это тоже немаловажный показатель, на который нужно обращать внимание. Опять же, на сменах будут все специалисты областного эндокринологического диспансера, и будет работать школа самоконтроля. Она, в принципе, не перестает у нас работать. Школа самоконтроля для пациентов с сахарным диабетом, которая тоже имеет свой график, и приглашаются все желающие именно для осмотра, для получения консультации специалистов хорошего, высокого уровня. Давайте подчеркнем, что это будет еще раз 14 ноября, это следующий вторник. Да, это следующий. Вторник или понедельник? 15-е вторник, 14-е это понедельник. Понедельник. Угу. Так как программа просто повторяется, поэтому хочется, чтобы как можно большее количество телезрителей услышало, с которого часа с до которого утра, и где находится наш диспансер. Улица Винниченко, 3. Поэтому приезжать можно не по записи, в порядке живой очереди. Конечно. И все желающие, пожалуйста, приезжайте. В плане программ, возможно, будут еще и проводиться различные конференции, конгрессы, общение врачей с пациентами, со смежными специалистами, чтобы поднимать тему, потому что остро стоит недовыявляемость пациентов. Вот почему большая инвалидизация? Не просто потому, что пациенты недостаточно себе уделяют внимание, хотя это львиная доля пациентов, а еще они уже обращаются к врачу уже с осложнениями, то есть которые уже
частично их инвалидизируют. Но эта болезнь так и называется, она неизлечимая болезнь. Это хроническая ситуация, но с которой можно жить. Вот для чего и существуют школы самоконтроля, для того, чтобы адаптировать пациентов к определенным условиям жизни, которые сам пациент живет. Приглашаются семьи на школы самоконтроля, чтобы они понимали, что в их семье есть человек, который требует немножко другого питания, другого образа жизни, понимания. И, соответственно, когда это все идет совместно, то и социальная адаптация пациента происходит совершенно спокойно, и человек чувствует, что он не один. Плюс в школах собираются люди, которые делятся очень часто своим опытом, знаниями, и чаще всего это поднимается вопрос еще о питании. То есть диета – это ну, то, что... когда между собой и когда есть, как говорят, рядом группа товарищей, то да. Ну и не так обидно. Да, и как-то... очень многие делятся своим опытом, и мне очень приятно, когда приходят лица более старшего возраста, и более молодые смотрят на них и понимают, что жизнь-то продолжается. Жизнь продолжается. Да. И фразы, когда говорят о том, что меня благодаря диабету я так долго живу. То есть я обращаю на себя внимание, и я люблю своего как врача. Как бы это ни звучало, вот, да, вот благодаря заболеванию. Я понимаю, что от меня требует мой врач, я выполняю эти рекомендации и получается, что есть эффект, и человек трудоспособен. Давайте поговорим о тяжелых последствиях, которые могут быть вследствие заболевания сахарным диабетом. Какие могут быть? Сахарный диабет дает действительно вот эти инвалидизирующие заболевания, которые повышенный сахар или повышенная глюкоза крови не болит. Слепота, инсульты, инфаркты, ампутации конечностей, гангрены – это все не обычные слова или фразы. Это истина. И поражается нервная система, и поражается сосудистая система на всех ее путях. То есть микрососудистые и макрососудистые осложнения. И зачастую кардиологи или неврологи, когда сталкиваются с инсультом или с инфарктом у пациентов, соответственно, обнаруживают даже иногда и впервые выявленный сахарный диабет. Поэтому вот эти грозные осложнения, инвалидизирующие, самые опасные, которые могут привести как к летальному исходу, так и к лишению полного трудоспособности. Полной трудоспособности и привязыванию к себе других членов семьи. Поэтому мы еще раз всегда говорим о том, что обращайте на себя внимание, обращайте внимание друг на друга в семье, старайтесь, зная наследственные свои факторы, поддерживать друг друга и максимально делать все, чтобы не заболеть и быть здоровыми. Еще один вопрос, который волнует телезрителей, которые, к огромному сожалению, уже имеют это заболевание. Как дела обстоят с инсулином? С инсулином в Одесском регионе обстоят дела очень хорошо. Вот. Полная обеспеченность и, в принципе, проблем нет на сегодняшний день именно по Одесскому региону. Ну, это счастье, да. На самом деле, потому что были времена, когда, к огромному сожалению, ну, были с подобным препаратом, как если уже так можно назвать, были проблемы. Поэтому, Светлана Петровна, в завершение сегодняшней нашей встречи, еще раз, пожалуйста, ваше обращение к телезрителям. Еще раз время, день, когда, куда, адрес и что смогут получить наши телезрители, пожалуйста. Областной эндокринологический диспансер приглашает всех желающих на День открытых дверей, который состоится 14 ноября с 8 утра до 15-16 часов. Приглашаются все желающие измерить глюкозу крови, пообщаться с эндокринологами и смежными специалистами, послушать разные темы школы самоконтроля по сахарному диабету. Телефон для более точной информации или более расширенной информации 720-02-61. И наш секретарь ответит на все интересующие вас вопросы. Я вам желаю быть здоровым, любить себя
и не забывать о том, что нужно заниматься своим здоровьем. Спасибо вам огромное. І я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні до вечірньої Одеси. Шановні, я нагадаю, в студії лікар-ендокринолог вищої категорії Одеського обласного ендокринологічного диспансеру Світлана Моршнєва. А ми продовжуємо вечірню Одесу. Не перемикайте. Світла в тобі, світла в тобі, світла в тобі. Я відчуваю світло в тобі. Як я вже казала, сьогодні під час вечірньої Одеси ми кажемо про наше з вами здоров'я. Час осінньо-зимових захворювань вже настав, і першими в черзі на захворювання, на жаль, в цей період стають легені. Як уникнути захворювання та наслідків? Ми зараз і запитаємо гостя в нашій студії. В нашій студії доцент кафедри реконструктивної та відновлювальної медицини Одеського національного медичного університету, головний торакальний хірург Одеської області, член Американської та Європейської асоціації торакальних хірургів Владислав Сергін. Добрий вечір. Добрий вечір. Владислав Евгеньевич, знаете, наверное, не просто так мы сегодня с вами встречаемся, и особо-то и дня нету всемирный, международный, которому да, мы иногда посвящаем наши встречи, но тем не менее, как я уже сказала, осенне-зимний период, он чреват на заболевания легочных,
и просто, скажем так, ну и никуда не денешься уже от этого. Но мы начнем с заболевания легких. Ну да. С вами. Ну и далее уже, как я и озвучила, поговорим о последствиях и о тех скрытых звоночках, на которые мы можем не обращать внимания, но которые, к огромному сожалению, могут привести ну, не только к бронхиту и пневмонии, но и к гораздо более тяжелым заболеваниям. Но обо всем по порядку. Чем осенне-зимний период чреват для легких? Ну, добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, начнем с элементарных как бы, вещей. Основная патология, которая обостряется, группа заболеваний, которые обостряются в осенне-весенний период, ну, там, в частности, осенний, это хронический обструктивный бронхит, бронхоэктатическая болезнь легких. Вот. Ну, эта группа заболеваний, их объединяется хронические обструктивные заболевания легких. Это целая группа заболеваний, которые, к сожалению, имеют хроническое течение и которые в данный период времени они обостряются. Обострение связано с чем? Со сменой климата, то есть перепады температуры. Да. Мы живем в таком регионе, в котором влажность высокая, что, соответственно, тоже влечет к появлению, к обострению данной патологии у пациентов. Ну, что еще сказать по этому поводу? К сожалению, не всегда... Те, кто страдают бронхиальной астмой, для них тоже в этот период сложновато. Да, конечно, да. И опять же, все это связано с тем, о чем я уже говорил. То есть это изменение температуры, и это повышение влажности. Что еще хочется отметить? Данный период, в период обострения... Часто сопровождается повышение температуры, возникает клиника пневмонии. И пациенты начинают принимать самостоятельно, к сожалению. Все, что хотят. Сейчас аптеки щедры. Щедры, и да, можно подойти в аптеку, спросить, что вы мне посоветуете. Кашляю я, дайте что-нибудь. И да. Помимо того, что дадут лекарства от кашля, дадут еще массу, скажем так, целый мешок таблеток, от всего, чего только можно. Вот. Но на сегодняшний момент, последние вот 3-4-5 лет, мы сталкиваемся с тем, что пневмонии чаще всего бывают не бактериальная, вирусная. Вирусная, да, страшное дело. Да, страшное дело, то есть отдают большое количество осложнений, вот, но если пациент не обращается к специалисту, а начинает лечиться самостоятельно, то, естественно, первым делом, что он покупает антибиотики. Антибиотики в этой ситуации абсолютно, скажем так, ну, не играют никакой роли, они только усугубляют течение заболевания. Но ведь есть и разное направление антибиотиков данных препаратов, потому что есть легочное направление, есть. Да, есть. А покупают как бы, ну, какой-то что подешевле. Что подешевле, да, и аналоги не совсем лучше. Что хотелось бы еще отметить, очень часто, к сожалению, ну, в этом не только вина пациентов, но и наших коллег бывает, за маской обструктивного заболевания легких, это бронхита, бронхиальная астма, бронхоэктатической болезни, скрывается более страшное заболевание, это рак легкого. Вот. К сожалению... Симптомы похожи? Симптомы похожи. Начинается с кашля. Если опухоль имеет центральный характер, то есть она локализуется в бронхе, она обтурирует бронх и возникает клиника пневмонии. Пациент обращается к доктору, говорит, я вот кашляю, у меня отмечается повышение температуры, отдышка, я принимаю препараты, и никакого эффекта нет. Ну, соответственно, врач направляет пациента на рентгенологическое исследование, где визуально визуализируется а рентген-картина пневмонии. Соответственно, пациента лечат неделю, иногда две, иногда три, иногда месяц, а иногда и больше. К сожалению, вот наши коллеги тоже не всегда в состоянии, ну, скажем так, адекватно оценить процесс и отреагировать. Затемнение. Да? То есть любая бактериальная пневмония лечится достаточно хорошими антибиотиками. Она проходит в течение 10 дней до 2 недель максимум. Вот. Если
пациент отмечает, либо доктор, что динамики никакой нет. То есть состояние, да, конечно, на фоне приема антибиотиков, на фоне приема противовоспалительных препаратов состояние чуть-чуть улучшается. Но рентгенологически обязательно, конечно, нужен контроль, и рентгенологически динамика остается практически без изменений. Вот. Поэтому это должно насторожить и пациента, и врача, что, скорее всего, это не просто пневмония. Флюорограмма и рентген-исследование разную картину показывают? Да, конечно. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что мы с этим сталкиваемся достаточно часто. На сегодняшний момент, конечно, метод диагностики основной – это рентгенография. И обязательно в двух проекциях. То есть плюс боковой снимок – это сторона поражения. Почему? Потому что не всегда можно на фастном снимке увидеть проблему. А проблема может скрываться в базальных сегментах, в задних отделах легких, и прятаться за тенью сердца ее не видно. Вот. Флюорограмма, да, это, конечно... Общая такая картина. Ну, скажем так, флюорограмма, этот метод в свое время, конечно, имел место, и сейчас, но сейчас, допустим, если флюорографы есть, они все-таки цифровые, и они более информативные. К нам на предприятие раз в год приезжают всех. Это правильно, это хорошо. И в свое время, конечно, когда это было на всех предприятиях, и всех смотрели, выявляем... Здоровей были. Да, были здоровей. Почему? Потому что, к сожалению, тенденция с раком легкого, она, скажем так, не теряет своей актуальности, и с каждым годом рак молодеет, к сожалению. И чаще всего пациенты к нам поступают уже... запущенных стадиях, то есть это третья, четвертая стадия, это практически 70-75% пациентов. Знаете, я прошу прощения, да. Если какое-то другое, может, заболевание, ну, не всегда сразу разглядишь-то его по себе, да, где-то там не нащупаешь, где-то еще что-то, но ведь когда заболевают легкие, так дышать же тяжело. С первых, наверное, стадий уже начинается, с первой стадии заболевания или тоже нет? Нет, вот как не нет. Обратить внимание? Существует центральный рак легкого и периферический рак легкого. Центральный рак легкого характеризуется поражением стенки сегментарного долевого бронха. И когда наступает обструкция этого бронха, то есть когда блокируется участок легкого, который не выполняет свою функцию, конечно, наступает отдышка. Но чаще всего, конечно, выявляемость с центральным раком легкого как раз она немного лучше. За счет чего? За счет того, что, опять же, если блокируется либо сегмент, либо доля легкого, уже наступает, то есть наступает ателектаз либо сегмента, либо доли, возникает клиника пневмонии, то есть уже пациент направляется на рентгеновское исследование, а иногда даже направляют на компьютерную томографию, что позволяет выявить, ну, иногда даже своевременно наличие рака легкого. Группы риска. Я сейчас, можно, еще чуть-чуть продолжу. Конечно. И один из симптомов центрального рака легкого – это кровохаркание все-таки. То есть, которое появление кровохаркания должно... При туберкулезе тоже. Тоже. Метод Но одно другого не лучше. Да. Ну, нет. Я думаю, что с туберкулезом все-таки ситуация получше. Да. Да. Обязательный метод диагностики – это бронхоскопия. То есть, что позволяет выявить, определить... источник кровотечения и при необходимости взять анализ на исследование, либо цитологический, либо гистологический. Угу. С периферическим раком легкого ситуация гораздо выглядит, скажем так, хуже. Почему? Потому что опухоль располагается в ткани легкого, она себя никак не проявляет. Уже на той стадии, когда опухоль прорастает плевру, подрастает к грудной стенке и появляется болевой синдром, тогда уже, скажем так, пациент начинает это беспокоить, он идет к врачу. К сожалению, также мы сталкиваемся с тем, что не все наши коллеги адекватно реагируют на жалобы пациента, начинают лечить массаж, прогревание, все что угодно, что, естественно, противопоказано при наличии онкологического заболевания. И пациенты, к сожалению, к нам уже попадают в достаточно сопутствующем, в тяжелом состоянии уже практически... запущенном. Да. Группы риска, ну, сейчас как бы, учитывая, что все-таки, ну, к сожалению, промышленность на Украине
не работает в том объеме, которые были в советское время. Вот, конечно, фактор внешний, он экологический, он, да, ну, немного, скажем, лучше, вот, чем был. Но все равно, конечно, количество курящих наших граждан, оно не уменьшается. Вот, то есть даже пройдя по улице, можно увидеть молодых людей, девушек, которые уже 15-16 лет уже курят. Вот. Как мне не кажется многим курящим, что вот если я перестану курить и сигареты обычные, и буду курить электронные сигареты, это сейчас, это, да, пик. Да, пик. Едешь или в машине, или смотришь, клубы дыма. В маршрутном такси это клубы дыма идут от этих электронных сигарет. Дело в том, что проблема возникновения рака, она связана с тем, что не только воздействие канцерогенов, которые содержатся в табачном дыме, но и вообще термическое воздействие самого дыма. То есть, опять же, ну вот, коснемся немножко вопроса первого нашего, обструктивных заболеваний. То есть, конечно, все курильщики имеют хронический бронхит курильщика. Угу. И независимо от того, бросил пациент курить или нет, если он курил достаточно, ну, солидный срок, то уже идет изменение слизистой стенки бронха, и регенерация ее не наступает. То есть слизистая... Постоянный кашель. Да, мерцательный эпителий, который выстилает слизистую бронха, задача которого это выделение мокроты, выделение инородных тел, которые могут там пыли, частичек пыли, которые попадают в бронхи, вот, она нарушается. В связи с этим идет место эпителия, возникает рубцовая ткань соединительная, и дренажная функция бронхов нарушена. Да, как-то так, вот я все-таки надеюсь, что телезрители, которые имеют прямое отношение к никотинозависимой или никотинозависящей, да, категории людей, все-таки, ну, как сказал наш предыдущий гость программы, полюбят себя, задумаются. И, ну, все равно лучше все-таки бросить курить сейчас. Ну, да, конечно. И дать возможность легким все-таки на какой-то еще процент себя наполнить кислородом и где-то, да, восстановить еще не до конца поврежденную эту ткань, чем уже до конца полностью, ну, это все загубить. Пациенты задают иногда часто, особенно курящие, вопрос, говорят, что те, кто не курят, болеют. Да, болеют, но они болеют реже. То есть если соотношение курящих и не курящих, это 10 к 1. То есть из 10 пациентов, которые заболели раком легкого, один только не курит, а 9 те, которые курили. Если уже так случилось, человек заболел, каково дальнейшее лечение? Предлагается ли оперативное вмешательство? Что оно дает? Каков на той или иной стадии процент выздоровления или процент, я не знаю, пациентов, у которых качество жизни улучшается? Ну, начнем с того, что лечение рака легкого, как любого онкологического заболевания, оно комплексное. Конечно же, приоритет имеет хирургическое лечение, то есть удаление первичного очага. Данный метод применяется, используется у пациентов первой, второй и третьей стадии. То есть даже иногда, если мы оперируем пациентов с третьей стадии, третья стадия, в комплексе с лучевой либо химиотерапией, мы имеем неплохие результаты. То есть у нас есть пациенты, которые живут и 10, и 15 лет даже. Вот. В плане... Коснемся еще осложнений, которые, то есть есть, ну, скажем, можно сказать так, типичное течение рака легкого, которое есть атипичные формы и есть осложненные формы рака легкого. К осложненным формам относится легочное кровотечение, относится ателиктаз опухолевой трахеи бронхов, относится метастатический плеврит. Вот. К сожалению, я коснусь, может быть, даже больше этой категории больных. Угу. Почему? Потому что на сегодняшний момент, к сожалению, эта категория пациентов составляет порядка 50-60%. От общего количества. От общего количества, да. То есть в связи с тем, что с тяжелым материальным положением, с иногда, ну, скажем так, все-таки, как предыдущий наш гость говорил, не любят себя, то есть обращают на себя внимание достаточно поздно. Категория этих пациентов достаточно, ну, большая. Вот.
нами разработанная на базе клиники Медуниверситета, на базе областной клинической больницы. Сейчас мы эти методы внедряем и в онкологическом диспансере. Методы паллиативной помощи. То есть, как раньше бы казалось, любой из этих осложнений пациенты опускают руки. Иногда даже и наши коллеги-врачи говорят, что ничего уже сделать невозможно. Мы сейчас, допустим, при легочных кровотечениях, которые являются противопоказанием к лучевой терапии, к химиотерапии, мы выполняем методику эмболизации бронхиальных артерий, которые в 95% случаев они являются источником кровотечения и кровоснабжают опухоль. Вот. Дают ей жизнь, да. Мы закрываем эти артерии с последующей реканализацией, то есть восстановление проходимости трахеи и бронхов, улучшается функциональное состояние пациентов. В данном случае мы боремся, конечно, за качество жизни пациента, что немаловажно. Ну и, конечно, и сроки жизни тоже пациентов. При метастатических плевритах существует масса методов, то есть плевральные пункции, дренирования, они не всегда дают ожидаемый результат, то есть они идут его кратковременный. То есть убрали жидкость, стало легче, но человек приходит через неделю, две, три, опять набрала жидкость. У нас выполняются методики видеоторкоскопических оперативных вмешательств с формированием плевродеза. То есть мы прижигаем плевру, легкая фиксируется в грудной стенке, и это не дает возможности жидкости собираться. Отдельно еще есть категория больных. В основном это пациенты с периферическим раком легкого и сопутствующей тяжелой патологией после инсультов, после инфарктов, которые невозможно выполнить не только оперативное вмешательство, но и диагностику. То есть приходит пациент, есть круглое тенеобразование в легком, какого характера неизвестно, как лечить тоже непонятно. Вот. Под контролем компьютерного томографа, под контролем ангиографа мы выполняем под местной анестезией биопсию данного образования, получаем материал и в дальнейшем под контролем компьютерного томографа либо под контролем ангиографа мы выполняем метод радиочастотной абляции опухолей, что позволяет, данная методика позволяет разрушить опухоль периферическую с формированием в дальнейшем либо участка фиброза, либо формирование абсцесса. Это если она еще не дала метастазов, если правильно? Она не дала метастазов, конечно, да. Проводили исследования американские хирурги торакальные, сравнивали эффективность хирургического лечения периферического рака легкого у пациентов с вышеуказанной сопутствующей патологией и как паллиативный метод радиочастотной абляции, то есть годичная выживаемость была практически идентична. Поэтому данный метод, я говорю, что в Одессе он используется. Мы первые на Украине, кто это... Давно используется? Да, уже с 2014 года. У нас уже достаточно большое количество пациентов. Вот. В плане эмболизации бронхиальных артерий у нас уже около 200 пациентов. И я вам скажу, так бывает, ну, что пациенты иногда с третьей, четвертой стадии у нас живут дольше, чем пациенты со второй, то есть которых мы прооперировали радикально. Вот. Они неоднократно к нам поступают, иногда мы повторяем процедуры эти. Вот. Но обязательно, я говорю, что это метод лечения комплексный. Никогда ни один из методов в лечении рака легкого не может вытеснить какие-то другие. То есть обязательно в комплексе. Владислав Евгеньевич, и все-таки, может, глупый вопрос, но как не заболеть? Ну, вот все-таки, ну, хоть какие-то рекомендации, профилактика, на какой она стадии, на что обратить еще раз внимание, как уберечь себя, ну, по возможности, конечно. Ну, вот. Спасибо за вопрос. Ну, уберечь себя как? Конечно же, не курить. Однозначно. Вот. Вы знаете, я же говорю, что иногда тоже пациенты говорят, вот я же курю там, сигареты облегченные, я не курю там, мощные. Но я уже говорил, что тут помимо воздействия канцерогенов, воздействие самого дыма табачного провоцирует в дальнейшем развитие рака легкого. Конечно, те профосмотры, которые проводились раньше, к сожалению, в связи с тем, что у нас сейчас такого количества предприятий нет, это все не централизовано, но каждый пациент, гражданин наш должен понимать, что его здоровье в его руках. То есть, конечно, надо раз в год делать рентгенограмму, обзорную, хотя бы обзорный снимок. При малейших каких-то тревогах, да, обращаться к специалисту, то есть не заниматься самолечением. Ну и конечно. Как часто можно в год делать рентген? Раз в год вполне достаточно.
вполне достаточно. Вполне если достаточно. Есть уже какие-то моменты подозрения, то уже тогда это принимает доктор. Да, да, это принимает доктор. Решение. Но и опять же тоже, знаете, бывают такие ситуации, что иногда к нам попадают пациенты, которые достаточно эрудированы, и они о своей проблеме знают не хуже, чем некоторые наши коллеги. Поэтому, конечно, если вас что-то смущает, и вы, пообщавшись с семейным врачом, с терапевтом, вы не удовлетворены, конечно же, надо идти к специалисту более узкому, либо пульмонолог, либо торакальный хирург, который занимается непосредственно этой патологией. Что вы можете пожелать сегодня нашим телезрителям? Мы вернемся к первому вопросу, с которого начали нашу с вами беседу. К пора года, она очень такая, скажем так, хитрая, да, осенняя, сейчас зима, дожди. Как себя в это время года уберечь? И да, вот еще такой вопрос. Зачастую, чтобы ребенок не заболел, мамы им обвязывают нос, рот шарфом, чтобы дышать через теплое. Насколько это вредно для легких уже, если мы, давайте, немножко деток коснемся. Можно ли это делать? И вот. Как уберечься? Конечно же, сейчас погода у нас дождливая. Все-таки стараться дождь не летний, не теплый. Холодный. Холодный. Под дождем гулять не стоит. Вот, конечно же. Но все-таки пора года такая, она благодатна, богата витаминами. Я думаю, все-таки, конечно, они натуральные. Это лучше, чем принимать препараты, которые неизвестно, что содержат. Угу. Вот. Это раз. Во-вторых, конечно, беречься, не простудиться по возможности. И если начинаются первые симптомы, опять же, не заниматься самолечением, обязательно обратиться к специалисту. Что касается деток, конечно же, холодный воздух все-таки, да. Холодный воздух. Стараться все-таки тоже. Детки должны гулять. То есть, конечно же, у меня у самого маленький сын, ему 5 лет, и вот тоже как бы, причем я врач, супруга врач, но мы все равно пользуемся, конечно, услугами педиатра, вот, и все-таки, как любая мама, жена переживает, говорит, а вот если там, что, вот мы на улицу не пойдем, говорит, пойдем, то есть, конечно, гулять надо, дышать свежим воздухом надо, но опять же, если есть какие-то у ребенка предпосылки, вы чувствуете, что что-то вас смущает. Конечно, злоупотреблять прогулками на холодной улице не нужно, да. И кутать, конечно, шарф не надо. Вот, потому что это один из главных вопросов. Я его не просто так задала, потому что зачастую звонят нам телезрители, телезрительницы, мамочки, бабушки. А вот мы убережем нашего ребенка, мы замотаем его полностью в шарф, оставим одни глаза, и он будет здоров, никакие воспаления легких ему не грозят. Наверное, грозят и еще больше в подобной ситуации. Конечно, дай бог, он вынырнет из-под того шарфа. И морские прогулки, насколько полезны для тех, кто болеет? Морские прогулки, конечно же, полезны. Вот, свежий морской воздух, ионизированный, он благодатно влияет на функцию легких, на дренажную функцию легких, вот, бронхов. Вот, поэтому, конечно, особенно у нас осенью все-таки балует иногда хорошей погодой. В эти дни, конечно, желательно выходить, дышать свежим морским воздухом, заряжаться положительными эмоциями. Жалко, что нет прививок от таких заболеваний. Да, к сожалению, нет. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо за то, что остаетесь на страже здоровья одесситов, жителей Одесского региона. Приходите к нам, делитесь, рассказывайте все-таки, как себя уберечь. Ну, а мы, в свою очередь, хотим пожелать здоровья и вам, потому что будете здоровы вы, будем здоровы и мы. Спасибо. Дякую за те, що сьогодні завітали до нас в студії. Шановні, нагадаю, в програмі «Вечірня Одеса» в студії доцент кафедри реконструктивної та відновлювальної медицини Одеського національного медичного університету, головний торакальний хірург Одеської області, член Американської та Європейської асоціації торакальних хірургів Владислав Сівергін. А я дякую за те, що були разом з нами. До зустрічі. Доброе утро, это «Будильники на русском». Мы хотим порадовать вас радостной новостью.
Этот проект называется «Люди мира». Мы за мир. Бери листик бумаги, пиши «Мир всем», фотографируйся или снимай на видео. И песня «Мир всем». Поехали! Ура! Hey, oh, мир, мир, мир всем. Мир, мир, мир всем. Мир всем. Хочу пожелать света бесконечного. Мир всем. Доброго, теплого, вечного. Мир всем. Пусть сердце весна, а не кончается. С мира внутри тебя. С мира внутри тебя все начинается. Друг, послушай. Солнечный свет мою греет душу, я поделюсь светом и с тобой. Время пришло отпустить, взлететь. Мне так хочется петь о любви, о искренней, большой, настоящей. Мир всем! Хочу пожелать света бесконечного. Мир всем! Сердце. Чем оно дышит, знай. Впереди новая весна. Время пришло отпустить, взлететь. Мне так хочется петь о любви.